Вот такой интересный храм. Порт Артурской иконы Божьей Матери. Строят на улице маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Уже готов поклонный крест. Ну, главный интерес в соборе, в будущем храме, это, конечно, его морская тематика. Корпус собора будет построен в форме корабля. Колокольня как маяк. Вот такие вот необычные купола голубые с морскими якорями. Якоря похожи на речные. Интересное оформление у него. Храм строится на деньги прихожан. Вот этот сбор средств. Интересный. Таких крестов, конечно, нигде еще никогда не видели.